Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Предлагаю вашему вниманию ажурные вертикальные дорожки. Недавно мы рассматривали узор, где изменение рисунка происходит только с лицевой стороны. Но если по этой же схеме производить изменение рисунка с двух сторон, так вяжутся узоры компаньоны, то у нас получится вот такой вариант. Но единственное, что я внесла небольшое изменение в схему, сделала здесь разделительную дорожку. Тогда он получается более такой рельефный, поинтереснее. Обычно такие небольшие по ширине ажурные дорожки и их компаньоны вместе не смотрятся. Они получаются очень разные, но их можно использовать отдельно. Расчет петель кратно 9 плюс 2 кромочные. Основная дорожка 7 петель, а между ними изнаночные разделительные дорожки, в данном случае по 2 петли. Их можно увеличить или уменьшить до 1. Для образца 11 петель. Первый ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо или 2 вместе перекидом. Первую провязываем, вторую снимаем для того, чтобы развернуть. Обратно на левую спицу и перебрасываем вторую над первой. Накид. 1 изнаночная. Накид. 2 вместе за задние стенки или 2 вместе с наклоном влево, лицевая, изнаночная и кромочная. Второй ряд. Кромочная, 1 лицевая. Теперь 2 вместе изнаночной перекидом. Первую провязываем изнаночной. Обратно ее на левую спицу переносим. И теперь вторую петлю перебрасываем над провязанной. Далее накид обратный. Так, по часовой стрелке. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Обратный накид. И 2 вместе изнаночной за передние стенки. 1 лицевая и кромочная. Третий ряд. Всего 4 ряда. Третий ряд. Кромочная, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная. 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная. Это ряд для отдыха. И четвертый ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной перекидом. Провязываем. Переносим на левую спицу и перебрасываем вторую над первой. Накид, 1 изнаночная, лицевая, 1 изнаночная, обратный накид, 2 вместе изнаночные за передние стенки, 1 лицевая и кромочная. Повторять с 1 по 4 ряды. А мы на этом заканчиваем. До новых встреч!